мало. Ну, значит, придется попробовать. Так не видно, что никто не... Вот хотелось бы, чтобы СМИ, которые присутствуют, зафиксировали факт, что прокуратура почему-то не хочет общаться с народом. Давайте мы наберем сейчас прокурора и зададим ему вопрос, по какой причине его представители не могут к нам выйти и чтобы мы могли вручить им презент. Или у нас еще одного прокурора уже нет? Обязан. Ну, я так понимаю, нет. 24 часа в сутки. А ремонтик у них жирный, но вообще тебя снимают. Скромность некоторых товарищей зашла. Вот можете заснять, вот можно набирать по визитке данного человека. Роман Владимирович, мы хотели бы попросить вас, чтобы кто-то из представителей вашей структуры вышли. Ждем вас, спасибо вам большое.